хочу посадить в один горшок две бугенвиллии разных сортов. Одна вот такая, вот знаете, ну, розово-красная. Она вначале красным зацветает, потом вот в розовый переходит. А второй сорт прям оранжевого цвета. Я их хочу, чтобы у них корни переплелись, и чтобы они, крона у них была одним кустом. Это очень красиво смотрится. Эти сорта мне очень нравятся, они прям очень красивые. Не могу точно сказать, как они называются правильно. Так что вот сейчас, по ходу действий моих, вы все поймете, что я хочу сделать. Видите, какая красота. Ему еще года нет. Вот сейчас у меня уже отцветать стал этот кустик. И это, они у меня цветут постоянно. Я ее только вот всю обрезала, и она опять вся в бутонах. Ну что, начнем. Ну, как обычно, на дно обязательно дренаж. У меня там древесный уголь, земля. Ну, цветочный грунт. Я попробовала вообще купить на основе компоста из индюшиного помета. Попробую. Говорят, очень хорошая земля. Ну вот, сейчас начну подтряхать. Корневая очень хорошая. Такая разрослась довольно-таки. Я взяла такой, здесь у меня вот так вот дренаж, и вот раз у меня здесь две, я им все-таки горшочек побольше. Сейчас не знаю, может быть, придется очистить корневую, или в принципе у них стволы же будут утолщаться со временем, так что думаю, здесь хорошо будет вдвоем. Бугенвиллия вообще очень неприхотливый такой цветок, мне он очень нравится. Ей самое главное, чтобы было солнце, все, и полив своевременный. Летом она любит попить водичку хорошо. Но все зависит от размера горшка. Здесь вот прям такие иголки, шипы. Вот. Тоже земли нет. Земляной ком у меня даже, могу сказать, сухой. Как-то вот. Сейчас их нужно крону сформировать. Здесь я присыплю сейчас все это землей. Я вот просто думаю, может быть, здесь как-то их поближе к друг другу. Здесь у них со временем стволы будут утолщаться. Я их буду переплетать между собой, чтобы они здесь, знаете, вот так вот закрученные были. Попробую так сделать. Вообще можно еще сделать как?
ну, вообще в воде размочить корни, убрать землю совсем и их прям близко-близко друг к другу сделать, связать, и можно было посадить их так. Но там уже совсем по-другому будет. Пока так, просто посмотрю, как это будет выглядеть. Цветоносы старые. Так, нужно обстричь. Ну, этот пусть пока повисит, хотя его тоже можно убрать, он уже отцвел. Из-за этого будет цветение пышное, и она будет пушиться. Это тоже можно обрезать, листья убрать. То есть у нее сейчас где-то боковые будут побеги, она будет разрастаться. И такой пышненький кустик будет. Двух цветов я их вперемешку сделала, один с другим. Сейчас вот как раз оранжевая набирает бутоны. Ну и это немного погодя тоже выпустит новые бутоны. И будет очень красиво. Ну
вот что у меня получилось. Мне так очень нравится. Она, во-первых, занимает место меньше. То есть я ее сейчас поставлю на солнечную сторону. Конечно, не на окне будет стоять, но напротив окна ей достаточно будет солнца, потому что у меня очень солнечная сторона. Весь день солнца до самого заката. Вот. Вот этот способ можно было сделать чуть по-другому. То есть их полностью корни отмыть от почвы в воде. И их прямо так вот друг к другу прижать рядом, перерезать и посадить. И это было бы как одно растение. Но мне больше нравится так, чтобы они набирали форму со временем. Я ее в высоту больше растений дам, это уже предел, я ее буду обрезать здесь. Из-за того, что я буду обрезать, она будет давать мне побеги. То есть она будет у меня пушистая. Пушистая. И из-за того, что я ее бакушку буду обрезать, она будет утолщать здесь ствол. Потом со временем посмотрю палку, либо здесь составлю уже с ней расти насовсем, либо ее потом выдерну. Когда она уже утолщится, когда она будет стоять самостоятельно, можно будет убрать эту палку аккуратно. Ничего страшного здесь нет. Ну вот, поставила я на ее место, она у меня здесь будет расти. То есть солнышко на нее падает, все прекрасно. Моя красотка. Какие у нее красивые предцветники. Вот эту бугенвиллию я пересадила таким же способом. У меня здесь две. Сейчас я кроссандру отодвину. Вот здесь у меня розовая маховая, а это белая. То есть они тоже будут расти. У меня два сорта в одном кашпо. Это у меня тоже красотка. Кроссандра. Цветет постоянно. Ну все. Всем спасибо. Пока-пока. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал.